Добрый день, дорогие друзья! Снова рад вас приветствовать на моем канале. Сегодняшнее видео я хочу посвятить тому, как правильно ухаживать за деревянной частью вашего оружия, какими средствами обрабатывать, как можно снять и каким способом ваш старый лак, ну или лак, который вам надоело, вы хотите перепокрасить. Также я продемонстрирую вам бальзам, которым я пользуюсь по уходу за прикладом, и в целом продемонстрирую несколько этапов, как это все делается. В общей сложности у меня все это дело заняло около недели, поэтому вам нужно будет запастись терпением, вы поймете все циклы работы и поймете, почему же все так долго, скажем, происходит. Можно, конечно, быстрее, но у меня получилось около недели. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Если у вас есть свои идеи, свои познания в этом плане, пожалуйста, оставляйте их в комментарии, обсуждайте. И я буду рад, если вы будете это делать. Поэтому погнали. Первым и самым главным условием того, где вы будете организовывать свое рабочее место, это помещение, которое очень хорошо проветривается. Так, вот так у меня выглядит мое рабочее место. Белый плотный брезент из прекурсоров. Это бутылка ацетона. Купил я ее в эпицентре в пределах пару сотен гривен. Его много. Понадобится из этого всего где-то, не знаю, 4-5 шприцов 20-миллилитровых, которые можно приобрести в аптеке. А для того, чтобы сделать баньку-парилку для нашего приклада и оставить его на 3 часа, я использовал обычную пищевую пленку и обычное, самое дешевое бумажное полотенце. Приготавливаю заранее баньку, чтобы после того, как мы пропитали все ацетоном, быстренько это все дело завернуть. Так, плотно закрываем все двери. Вот так вот выглядит мой приклад. Вот могу вам, видите, сколы продемонстрировать. Потертости. Так, и первое, что мы делаем, мы оборачиваем наш приклад в бумажное полотенце и ложим на приготовленную заранее подстилку из-под пищевой пленки. И все, теперь обильно поливаем это дело ацетончиком. У меня, видите, немножко не хватило бумаги, поэтому вам нужно предвидеть будет этот момент. Ацетона можете не жалеть, если будет больше, ничего страшного. Хуже не будет. После того, как мы смочили, делаем плотненькую баньку. То есть плотно оборачиваем приклад и в таком виде мы оставляем на 3-4 часа. Я думаю, на 3 хватит, потому что реакция моментальная. Так, ребята, прошло где-то 3 часа. Ну что, у нас распаковка. Первое, что хочу сказать, обязательно
Снимайте все постепенно. Я сейчас продемонстрирую. Почему? Потому что ацетон очень быстро выветривается. Лак уже не будет отслаиваться. Он останется, он вернется в свое первоначальное состояние. Поэтому обязательно этот момент учтите. Мы сейчас будем все делать постепенно. И второе. Найдите какой-то скребок, чтобы он был прямоугольный, но не вредил дереву и легко мог снять лак. Ну, в моем случае это такая пластмасска. Я так понимаю, это что-то типа как пластмассовые плиточки. Делаем все очень быстро. Да, он очень-очень быстро засыхает. Поэтому то, что я вам и сказал в начале. Делать все постепенно. Не открывайте баньку всю сразу. Благо у меня тут не особо сильный тайслой был. По сравнению с тем заводским. Внутри я лак трогать уже не буду. Вот в этой части я имею в виду. Ничего, мы это дело все зашкурим. Ну, у меня, я так вижу, лак успешно впитался в полотенце бумажное. Так, ну вот и все. Вот эти вот остатки, они зашкурятся наждачечкой. Следующий шаг, что нам нужно сделать, это взять губку, обычную кухонную, ее немножко смочить и моющим средством пройтись и снять уже сам ацетон. Так, моющее средство мы также используем самое обыкновенное. Выжимаем и вот таким вот способом намыливаем. Все, тут же запах моментально пропадает. Протираем. Все, чистая голая деревяшечка. Все, остатки и следы от бывшего лака. Мы будем это все зашкуривать наждачкой. Следующий этап у нас зашкуривание. Так, использовать мы будем крупнозернистую наждачку картонного такого плана. Это то, что мы будем делать сначала. А потом, после того, как мы зашкурим крупной, так как у меня нету мелкой, я использую уже затертую. Процесс этот длительный, но очень для меня увлекательный. Так, мы уже на финишной прямой с вами.
нам нужно с вами пропитать наш отполированный, вычищенный, зашкуренный приклад маслом для того, чтобы дерево имело достаточную защиту от влаги и ультрафиолета. Пропитывать я буду олифой натуральной. Это масло продается в любом строительном магазине. Наносить масло я буду обычной тканевой кухонной тряпкой. И в таком виде, после нанесения первого слоя, мы оставляем этому всему делу пропитываться.